Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. Никита Пустосвят, Перова. Усмирение Соловецкого мятежа, заточение и казнь самых ревностных защитников старой веры, то есть старых книг, не истребили раскола при царях Алексея и Федоре. Во время правления царевны Софьи раскольники, находящиеся в стрелецких полках, вздумали воспользоваться минутным стрелецким торжеством, чтобы потребовать от архиереев ответа, зачем они старые книги возненавидели, веру старую истину отвергли и возлюбили новую латино-римскую. Явились на сцену старые раскольники, растриженный за раскол священник Никита, прозвищем Пустосвят. Монахи снесли с князем Хованским, и тот объявил им, что они сами за старую веру, и обещал свое содействие. Большинство стрельцов было не за раскол. Это дело не наше, а патриарше, говорили они. Но Никита с товарищами не унывали, надеясь на покровительство Хованского. Раскольники явно на площадях и торгах проповедовали свои учения, волновали народ, и 5 июня 1682 года Никита Пустосвят с огромной толпой явился в Кремль, чтобы вызвать патриарха на лобное место для торжественного спора. Но патриарх не захотел идти на площадь один без особ царского дома, боясь насилия от толпы, и раскольники не шли во дворец, боясь, что там их перехватают. Наконец Софья настояла, чтобы спор был во дворце, в Грановитовой палате, в присутствии ее царицы Натальи и двух других царей. Раскольники вошли с шумом в палату и стали читать свою челобитную о старой вере, оскорбительную для царей Алексея и Федора. Тщетно Софья унимала их, особенно Никиту, наконец, плача от досады, обратилась к выборному стрелецкому и сказала: «Чего вы хотите? Пригоже ли таким мужикам к нам с бунтом приходить? Нам здесь больше жить нельзя, пойдем в другие города объявлять народу о таком непослушании и разорении». Выборно отвечали, что по стечению и волнению народа решительных мер против раскольников принять вдруг нельзя, а надобно переждать день. Споры продолжались до вечера. Под предлогом позднего времени раскольников отпустили, сказав, что государи завтра учинят им свой указ. И те с торжеством вышли из дворца, крича: «Победили!» Но торжество это было непродолжительно. Они были в сильном меньшинстве. Софья распорядилась так ловко, что через неделю предводители раскольничьи были перехватаны. Никите отрубили голову, других заточили, и последователи их разбежались в разные стороны. Вот эту-то сцену спора в Грановитой палате Перов и изобразил в своей прекрасной картине. Внимательно изучая историю, он поместил в своей картине всех действующих лиц этой сцены: царину Софью, двух других царевен и царицу Наталью под балдахином, рядом с ними стоящего и с изумлением в лице смотрящего на раскольников патриарха, позади несколько лиц из царского дома, еще дальше несколько стрельцов. Посередине мы видим самого чиновника этой безобразной сцены, Никиту Пустосвята. Жиденькой седой бородой, с выражением изуверства на лице, а вокруг него группируются в беспорядке другие раскольники. Вся сцена необыкновенно оживлена, и картина так верно передает этот исторический момент, что зритель, всматриваясь внимательно в эту композицию знаменитого художника, точно присутствует в действительности при этой сцене. Все лица группы раскольников чрезвычайно типичны и реальны. Группа, окружающая правительницу, очень красива по расположению фигур. Особенное достоинство картины составляет ее колорит и прекрасное яркое освещение. Ну, вот такое описание по журналу 1893 года. Пока!